Привет, ребят, привет, дорогие. Приходится периодически рукой вот так закрывать микрофончик, потому что ветер стоит порывами. Ну, сейчас подстих, а вот тут стоял ветер метров 15, если не больше. Вот эти скоротки тут нагибало. В общем, ребят, я не знаю, догадались вы уже или нет. Я нахожусь, я не один здесь. Мы с ребятами, с мужиками в сельхозугодьях, сельхозполя. Вот там сзади меня зеленуха, тут прекрасные разливы, и вода сейчас уже сошла. Вот, для охоты, правильно, на белолобика, на гуся. Для меня это, конечно, это не первая охота на гуся, но, можно сказать, первая в составе уже опытных охотников. А ребята вам хорошо знакомы. Это Алексей, как раз-таки хозяин приза собаки РПГ. Кто смотрел мои сюжеты с зимних охот, как раз-таки с русской пегой на зайца. И Серега, хозяин дырчика, на котором он меня любезно катал по угодьям. Вот, в общем, нас тут такая добрая троица собралась. И уже у ребят, конечно, опыта больше, чем у меня по охоте на гуся. А уж у Лехи-то тем более. Вот он в Удмуртии охотился. И вообще он как бы болеет этой охотой, знает тонкости, нюансы. В общем, приехали мы, чтобы сегодня за день до охоты, открытие завтра, чтобы поставить скоротки и как бы место зарезервировать, потому что все-таки тут южнее. Вот, я приехал южнее, и здесь прессинг, ну, приличный. Тут, я думаю, что завтра уже охотники сюда доедут, но надеюсь, что не сядут в наши скоротки вот сюда. Вот, ночевать будем прямо в машинах, никаких, естественно, палаток, потому что еще все-таки холодновато. И, в принципе, уже у нас тепло, снега нигде нет, но холодновато. Ну, кстати, чибисов много, ребят, летает прям пачками такими. Поставили скоротки. Вот этот скородок я взял у Камиля. Опять же, вот обзор я делал на скородок Куб и скородок Бабай в том сезоне для охоты на селезня с подсадной. Ну, там, на тетеревов. А это вот такой он более гусиный. Это скородок треугольник. О нем я попозже вам расскажу, потому что, ну, сейчас просто невозможно при таком ветре рассказывать. Может быть, потом, там, завтра ветер стихнет, днем расскажу. Лыком мы уже обнесли, естественно, ну, потому что охота на гуся, она подразумевает очень серьезную подготовку, маскировку и так далее. Нашли, вот здесь такая канава идет через поля, вот, оросительная канава, и она вся вот такой вот сухой травой. Манок мне посоветовал Алексей сделать, говорит, все, говорит, не надо все вот эти вот духовые, хотя я очень хочу приобрести хороший духовой манок. Вот, но, говорит, для начала возьми и сделай манок из баллончика, просто обычный, ну, от сифона, я имею в виду, баллончик. Вот это, говорит, гусь просто почему-то от такого звука он, ну, он просто фанатеет от него, он, я не знаю, этот как-то звук на него сильно влияет. Я, ребята, вообще, я вот первый раз этим манком, я его самостоятельно сделал, сейчас я вам просто поближе его поднесу, покажу на камеру, как он сделан. Да, в принципе, я думаю, что гусятники-то, кто смотрит, меня неопытного вообще ноль, практически, можно сказать, все охоты предыдущие у меня до этого момента, но это было так, это ни о чем. Вот, я одного единственного гуся добывал, это был, к тому же это не белолобик, это гуменник был. Вот, видимо, отбившийся какой-то слабый от стаи. И это было фактически на осенью, а не вот весной сейчас. Значит, ребят, это просто обычный баллончик от сифона. Вот здесь я засверливал. Ну, на ютубе есть, мужики показывают, как их делать. Здесь четверка, по-моему, сверло, а здесь восьмерка. Ну, снял аккуратненько все, зашлифовал, зашкурил. И вот еще этот варил сюда вот такую вот медную скобу, для того, чтобы можно было его просто на шею повесить. Ну, собственно, вот, цена вопроса 0 рублей лично для меня, потому что эти баллончики у меня в гараже оказались. Я нашел в ящике, их просто полно от старого сифона. 0 рублей. Да, Леха уехал, он приедет позже, он в 2 ночи приедет, тут тоже человек работает. А Серега, вон уже там какую-то палаточку, то ли он шатер поставил, я это не вижу отсюда. Что-то стоит, наверное, он там сейчас готовить будет. Ну, хочет человек покушать. Я, в принципе, тоже не отказался бы. Вот.
поэтому сейчас он что-то там будет варить. Ну, я пока пью чай, отдыхаю после вот этой вот всей подготовки. И чучела мы будем выставлять ночью. То есть часа в три, наверное, ночи мы придем сюда пораньше. Чучела уже тут в скоротках. Потому что роса вот эта вот, она все-таки будет отбликовывать на них, чтобы их там не протирать каждый. Ну, там у нас порядка где-то полсотни чучел в общей сложности. Чтобы их вот не вытирать с утра, мы их решили поставить с ночи. И как раз уже засесть просто потом и ждать этой утрянки. Может, что-то у нас получится, я не знаю. Угодья здесь такие, здесь интересно, потому что вот эта вся от реки, там пойма, вот там идет, где вот этот ракитник. И здесь еще недели две назад тут все было в воде. Сейчас вот вода потихоньку сходит, сошла, появилась зеленуха прекрасная. Сельхозугодья. Ты воду ставишь все-таки здесь? Я, да. Я в машине не люблю, блин. Да я уже так делал. Прям стрёмно. Я просто не знаю, ну я побольше сюда, ладно. Ничего стрёмного, тут нет, ветра сейчас нет, никуда это пламя не сдувает. Если бы я, Серёг, это делал первый раз, это еще ладно. Я не знаю, я раньше сам так же делал. Ну тут смотри, вот если дождик пойдет, у меня вот крыша есть, плиточка, пожалуйста, от ветерка, все нормально. Вот красавица, да? А толку-то? А толку-то? Ну, мы же не носили здесь сейчас. Серега взял. Это, кстати, да, это семеновская утка. Семеновской, нижегородской породы. Семеновской породы, вот. Ну, это не чубарая, но это тоже прекрасная рабочая утка. Ну, высоковато идут. Его, конечно, очень много. Но идет высоко, идет прям, ребят, на кислороде. Вот этот клин. Тут сюда завернул. Ну вот, сами видели, вот сейчас он прошел, этот гусь. И его довольно много, но идет на кислороде. Он весь идет на кислороде. На вот этот баллончик, на манок, он пока никак не реагирует. Хотя вроде я дую в него правильно. Вот. А еще Серега дал мне здесь вот такой манок. Ну, это School Hunter, это Дима Мельника манки. Это такой самый простой, дешевый у него серии. Ну, вот. И я им тоже сейчас учусь. Рука занята, не могу вам показать. Ну, наверное, завтра еще время будет. Покажу, чему я тут научился пока. Это, конечно, вообще, ребят. Ну, считайте, я вот вообще второй раз держу манок вот на гуся в руках. Поэтому я же вам говорю, я в этой охоте ноль, можно сказать. Хотя и был на этих охотах. Вот это четвертая охота моя на гуся вообще за всю практику охотничью. Поэтому я же по боровой больше так вот. Скоротки стоят, вроде бы вот они, ну отсюда не видно, ну вот они три стоят. Так-то они выделяются, конечно, если вот, допустим, с высоты птичьего полета на них смотреть, ну да, есть такое. Но с другой стороны, мы их довольно хорошо замаскировали. Вот сейчас гусь полетает вокруг них, ну тут над полями, и, наверное, он попривыкнется. Все-таки поставили мы не в день охоты, а за день. Поэтому, ну, может быть, он попривыкнется. Ну, появилось три стога. Ну, это вот, слушай, это прям красивые чучела такие, на удивление. Или они просто новые? Да нет, они не сильно, но тоже. Угу. Ну, одиночки вот любят орать, когда это летает. Сначала они ищут. Одиночки? Ну да. Но они это делают, они это. Они ищут, особенно если пара разбита, они летают потом над этим полем. Ну, ты хорошо слышишь. Они, кстати, довольно контактные. Колышек, хуёвый.
Трава там, которая просто кустами. Где он стоит? Он не мешает. Я вчера оттуда несколько дырил. Охапку оттуда стырил. Он нам вообще не мешает. Ну он еще один полотен. Вон там. Я... Вот одна вот здесь, а вторая вон там. Ну хорошо. Это самое козырное место выбрали. Нет, Леш, это похоже на орла с таким размахом крыльев. Это не сокол. Нет, это орел, да. У сокола меньше. Я вообще не пойму. Ну вот я теперь... Вот теперь я увидел... Вот этот открытый шатер. Да. Дальше идет крадок окуна. В недосягаемости. Заворачивают, заворачивают. Еще идут. Заворачивают, заворачивают. Один заворачивает, прям хорошо заворачивает. Высоко, высоко, мужики, высоко. Не, ну высоко, высоко. Три штуки над нами. Есть! Серега, красава! Леха, где он? Вон упал, вот туда выйдет. Высоко. А я попал. Или я попал. Кто-то из нас попал. Или я попал. Все попали. А я попал. Или я попал. Ты не привык стрелять. Когда нормально стреляешь, столько выстрелов получишь, понимаешь? О, попал, попал в него. Добивай! Я зарядиться не успел. Ты меня такая. Что-то я сегодня не в ударе. А я зарядиться не успел, ё-моё. Серег, а ты стрелял сейчас или ты, Лех? Оба мы стреляли. И мимо, да? Но он же низко шел. Низко шел. Вот смотри, на гряду вот я пальцем показываю, там такое пятнышко торчит. Он вот туда хлопанулся. Вот это не он сидит там. Серег, нашел, дай его. Нет, видишь его? А, ты просто так, что ли, идешь? Он не так далеко упал от бруствера. Так, ну все здесь. А по имени отчеству-то вас как? Виктор Валентинович. Очень приятно. Да, сейчас они еле-еле. Серега три раза упал в эту грязь. Он, наверное, все этого гуся проклял уже. Ну, мы ему этого подарим. Мы уже решили. А он сейчас расстроится вообще. Ну, что вы, это... А что там за запись-то?
А, то, что проверка произведена. Ты же сдавать будешь, там же смотрят. Ну, работаю я или не работаю? Тут, по-моему, старший Сергей, это, насколько я знаю. Нормальный мужик, но он такой уже дедушка, да, в принципе. Матершинник такой, ну ладно, проверил, и правильно сделал, в принципе, что проверил. У нас все четко, это первым делом, все путевки, документы, продления, билетов и так далее. Обязательно. Это, ребят, правила охоты. Да это я на камеру рассказываю, я же снимаю. Но надо какое-то повествование делать, не только ж вот эту... Серег, ну не только ж вот эту боль и страдания. Вот смотри, по воде. Гусь упал, по-любому вижу. Давай ориентир все-таки бочка и полиэтилен. Надо его найти, блин, ну Юр, я вот... Я согласен. Я так этим подранком, мне просто жалко. Не, парни, всегда надо искать, Подранок, не подранок, надо искать добытую дичь. Тем более, он подранком не уходил. Я смотрел в бинокль. Не говори, Серег. Так, это у нас будет яишенка. Да это и что попало будет, лишь бы пожрать. Жрать хочется, как медведю бороться. Хорошо сказал. Нет, тебе определенно надо записывать какие-то эти. Я уже начал за тобой записывать. Хорошо. Как ты там пятизарядку-то назвал? Деньгомет. Деньгомет. А что, не деньгомет? Ну да, нет, по сути, да. В КБ я вот беру узбекский, вот он мне нравится. Там такая старая хилка. А вот у нас в Ярославской области. Что? А там этого Бристоль, а там один Бристоль на весь райцентр. Вечно там мочится. Подожди-ка, я возьму эту дощечку, чтобы сковородить. Сейчас там подснежники тусуются. Накладывайте этого. Все-таки мы нашли его, ребят, совместными усилиями. Нет, но я вообще-то рад, что у меня этот коптер, сколько ему лет уже, вот, старенький, но летает пока. Полезен, оказывается, не только для съемки красивых сюжетов, атмосферности вот этой, но и помощник в поиске добытой дичи. Вот так вот. Ну, потому что, да, тут вот, конечно... Как бы вам вот так показать, что это из себя представляет. Впрочем, там вид сверху есть, как я его искал, но можно сказать, что это тоже удача, потому что вот так вот среди, ну, вот таких брустверов и такой пашни, всей вот этой заквашенной грязи земли, найти, конечно, крайне сложно было бы. Ну, я очень рад. В общем, у нас в итоге два гуся. И это, ребята, уже коллективная добыча получается. Так что с полем сегодня вот такое открытие получилось по белолобику. Я очень рад, конечно. И мужики прям довольны. Хорошие налеты были. Стрелять еще надо. Грамотно. В общем, всегда надо ходить, искать и доставать битую, добытую дичь. Особенно искать подранков. Несмотря на вот эти вот трудности... Потому что там, конечно, очень сложно. Это там просто упороться можно в этой пашне. Вода только-только, буквально вот недавно сошла. Ну, вот так вот. Это гуменник. Это здоровенный, жирный птеродактиль, да, Лех? Вот я тебе про что говорил? Смотри, про что я тебе говорю. Видишь крыло? Да. Вот так он летел. Крыло подбито. А, ну я тебя понял.
Нет. Ладно, когда чиститься не будет. Нет, это не подранок. Нет, когда чистится, он чисто битый был. Просто я говорю, и мне что не понравилось, когда у него крыло вот так вот завернуло. Потому что я говорю, нам двоих. Не, ну гусь, смотри, вот я сейчас смотрю, гусь огромный. Вот реально, он даже по сравнению с Лехой огромный гусь. Ну, килограмма 4 минимум. Да. Вот это, Серег. Вот это вот по сравнению с ним. Ну это, давай, давай, это как он вот назвал его? Писюлин? Кто вот этого взял? Кто Ирод? Кто младенцев избивал? Втроем стреляли, извините. Давай на Серегу все валить. Ну я вообще-то уже тут наговорил, что мой выстрел был крайним. Ну тогда, наверное, это Серега стрелял. На камеру там видно. Ну, все, на камеру видно будет. Ну, ребят, давай нет. Помыть надо, чтобы у него вот этот желтый клювик было видно. Вот этот, видишь, смотри, он совсем другой шкаф. Давайте, да. Не, полетит, просто. Вопрос сколько? 2-3 стая. Будет, короче, меньше, чем вчера. Сегодня рассвет изменчивает позже, поэтому... Да-да, нет, все полетит. Но солнца нету, поэтому он позже может пойти. Может. А может это суслик. Идет, идет. Лех, над тобой прошел. Они стреляли только что раз. Шесть раз. Да, он ножженный прям. Обосрались все. Рано, бьем, кто-то сказал. Серега, зачем? Надо было Леху ждать. Да не достанем, все. Это далеко уже. Это тот же одиночка, по которому мы стреляли до этого. Вон он летает, вон он. Он сейчас еще на круг пойдет. Еще опять пролетит патронов штук 6. Блять, Лех, красавчик, спасибо от души. Деньга сосли. Давай его поманим, так как прикол. Давай, давай. Развернулись. Два налета. Один, который рано начали стрелять, второй, который это все. Который день. Второй деньгасос. Второй деньгасос, да. Промазали, ничего страшного. Видишь, если бы они со сранцы бы шли ровно на шалаше, это было бы совсем интересно. В лоб бы, я думаю, они, видишь, все равно немножко вот так в сторону шли. Ну, они как-то вот, нет такого, чтобы вот прям они прошли этот, вот тогда было вчера с утра, ну, да, шанс да, реальный, когда он прям над нами. Да. И все, а вот так, чтобы прям это самое, ну, я бы не сказал. Вот все это... выстрелы, которые мы делали, они, в принципе, на грани. Ну, вот этот вот, я говорю, который четверка, они были 40 метров, мне кажется. Единственное, вот Серега того, конечно, гумиша, это красиво, он его сверху ну, достал. Это, я тебе говорю, это бывает, так скажем, такая... Случайность. Жизни. Почти. Это издалека, это очень дальний выстрел. Но это красиво было.
прилетели, да. Ладно, а я эти чистить буду. Разбираю скрадок, ребят. Значит, по этому скрадку, вот то, что мне Камиль дал на тест-драйв, это вот треугольник, скрадок треугольником сделан. Ну, он собирается и разбирается также по принципу зонт. Быстроразборный или зонт, куб, неважно. Значит, в целом скрадок хороший. В целом. Что понравилось? Есть ленты вот эти, да, то есть за которые можно, собственно, эту траву лыкой зацепить. Но почему-то вот здесь вот китайцы не нашили еще одну ленту, чтобы уже до конца вот так вот ее сюда, эту траву вставлять, чтобы у тебя она, ну, поверх чуть-чуть закрывала. Вот, и я делал поверх сетки. То есть вот это моя сетка маскировочная, еще давно на Ганзе я брал ее. И пришлось вставлять просто вот в ячею вот эту вот траву. С чем столкнулся сразу? Это ветер, сильный ветер был. Порывами там 15-17 метров. Его просто сносило. Поэтому, ну, здесь хорошо. Вот здесь китайцы предусмотрели вот такие лямки. И они там же по периметру есть для втыкания кольев. Хотя самих кольев я так и не обнаружил. В комплекте. Может быть, просто мне Камиль их не додал. Не знаю, идут ли они, нет. Короче говоря, мне Серега дал электроды. У него были с собой. Хорошо взял. Я их просто погнул. Эти электроды использовал в качестве кольев. Потому что иначе ее просто сносило. Но хорошо, что есть вот такие вот еще оттяжки. Их я не использовал. Не пригодилось, но они есть. Вот, собственно, низ вот такого вот у него расцветки. Более-менее похоже с травой, хотя все равно на гуся все равно надо маскировать. А верх вот такой. Верх вот этот вот закрепить нечем. Вот здесь вот. Вот он так болтается. Опять же, только стяжкой. Вот здесь надо стяжку просто берешь и фиксируешь вот так вот. Вот так это все работает. Вот в таком виде это будет работать. И на ветру, и на охоте. В принципе, нормально. 140 на 140 стенки, а самое, что в этом скрадке, вообще просто, я считаю, одно из главных преимуществ, это вес. Он весит меньше 3 кг, ну или около 3 примерно. Вон, Леха же все снимает, снимаем мы чучела. Да, я еще вернусь, ребят, пару слов потом вообще скажу об охоте. Сейчас я у мужиков, давай, Серег, с тебя начнем, ты мне скажи пару слов а вообще о наших двух днях здесь вот. Вот этом первом опыте, вот на этом месте охоты, что ты можешь сказать, как, ну, в принципе, ваш? Стрелять надо лучше. Что лучше, ты гуся добыл, как минимум одного точно. А может даже и второго. В чем я лично сомневаюсь. Стрелять надо лучше, да? Конечно. Я вот с тобой... Это не утка. Я в этом 100% согласен. По утке она по-другому летит, да. Она летит по-другому, ты нацелен больше, потому что все-таки опыта и вообще вот и у меня, и у тебя по утке конечно. А здесь я для себя, например, понял, что я вообще по гусю стрелять не умею просто. Вы там можете в комментариях сейчас профессионалы-гусятники, которые тут, да, там пачками их там набивают, эту там казарку или чего-то еще, можете сейчас начать писать, я уже вижу эти комментарии. Если бы лед был посильнее, поинтенсивнее, то по тренировке было бы время хотя бы попрактиковать. Попрактиковать, не то, чтобы попрактиковать, а найти вот это правильное, ну, поправку, да. Поправку, упражнение, да. Да, да, и как тебе это самое. Потому что дистанция очень, блин, ну, я еще чуть позже скажу от себя, что я думаю. Так, дядь Леша, а твое мнение касаемо наших двух дней? То же самое. Во-первых, гуся было немного, но был, шансы были. Стрельба... Отвратительная. Отвратительная. Двойка. Двойка. Ну, хотя, с другой стороны, по сути... Просахачено было всего таких четких два налета. Действительно, они были на нормальном выстреле, все было, лапки там, все видно. Но остальное просто остальные, было на пределе. Остальные были на краю, на пределе. Ну, и то, в принципе, вот считай, пару штук выбили из всей этой стрельбы. Ну, и двойка по стрельбе. И то хорошо, потому что многие мужики с коллектива, они пустые сейчас. То есть даже вообще. Ну, это,
весело. То есть у нас даже все-таки природа дала шанс, который был использован. Там трасса, соответственно, поселки, железнодорожные мосты, какие-то вот это все, здесь шумно, здесь постоянно какие-то машины, какие-то рыбаки. Вот, дело в людях. Бетонные дороги, везде люди. Если бы здесь не было людей изначально, не ходили вот эти рыбаки с сачками и так далее. Ему бы было здесь спокойнее. Его бы здесь набилось больше. Его бы здесь больше набилось, он бы больше летал. Шансов было бы больше. Потому что воды здесь много. Воды было море. Тут вообще все было затоплено. Ну сейчас она просто сошла. Она просто уже сошла. Рыба по лужам гуляет. Вот сфоткай, караси ходят. Караси, да, да. Самый главный кайф ты не прочувствовал. Это то, добытого гуся доставать из вот этой вот чаще. по той вот этой жижи. Я, Серег, я когда тебя там снимал и видел, ну там ребята видели эти кадры, это я сам испытывал эту боль и страдания, которые испытал ты, сидя на жопе в этой грязи и пытаясь вынуть один из сапогов, чтобы... Я ходил вот так вот, ноги вот так вот вытаскивал, иначе сапоги оставались там. Да, я видел. Это сложная охота, ребят, охота на гуся, она сложная. Караси все-таки. А, смотри, дубины сейчас будет шмар. Или что? А он с пакетиком идет? Ага, точно, с пакетиком. Серег. И еще раз давай. На каком видео? Пусть не выкладывает. Это после охоты на гуся неудачный. Вот это вот прям. Нет, а почему не выкладывать сразу? Смотри, раз туда, раз, уже два крупные какие. Смотри, еще. Смотри, как рыбу, говорит, ловят. Учись, студент. Вот, мужик, Леха, на большой зеленку пойдешь. Вот, мужики, посмотрите, что делает с человеком, как бы промахи на охоте по гусю и как бы не очень удачная охота. Вот. Пойду туда, где учат в шахматы играть. Он только что подтвердил твои слова, которые. Вот. Не можешь стрелять, будешь рыбу ловить. Ловить, Серег. И хрен, да, на тебе, на тебе, да. Пошел, нет, ну смотри, он реально. Палку уронил, что ли? Он ее специально, он ее бросает и по ней потом это. Берсерк просто, Леха, я не знаю. Собственно, я ошибся насчет скоротка, вот дополнение. Оказывается, колья. Они вот тут в комплекте, в чехле лежали все это время, но они там маленькие, эти колышки. Поэтому все равно, вот сейчас я пришел обратно, сам скрадок забрать и вот эти вот электроды. Ничего здесь не оставляем. Ну и вот как раз таки видно, уже я его сложил, складывается он по принципу зонта, куба. Низ вот такой вот, все равно он выделяется, ну именно здесь, на этой вот охотничьей карте. И верх вот такой вот. Как раз я и говорил, что вот тут вот не хватает еще одной ленты. Вот. Ну да ладно. В общем, ребят, это касаемо скоротка. Еще раз, если я еще, наверное, пару раз с ним тоже поохочусь, и чтобы уже больше понимать вообще, какие нюансы, ну парусит он здорово. Надо его, в общем, укреплять. Даже вот на таком небольшом ветру его здорово парусит. А тогда у нас был ветер вообще, ну вы видели. То есть укреплять кольями может даже оттяжки делать. От нуля мы ушли, но результат мог бы быть, ребят, намного лучше и интересней. К сожалению, получилось вот так. Я буду осваивать дальше эту охоту. И, естественно, еще уже мы посмотрели, там есть комплекты интересные. 20 этих чучал. Гусиных. Буду я все это приобретать и вам рассказывать, делиться своим опытом, как бы начиная от нуля, да, вообще. Охота это очень трудовая, это вот гусиные охоты, они непростые, сложные. Естественно, будем, наверное, пробовать еще также с парнями какие-то другие места смотреть, изучать. Каждый год карта охотничья будет меняться. Вот, может быть, еще куда-то съездим, попробуем там поохотиться. Все-таки хочется вот ощутить вот этого гуся, потому что ну, тут его мало. И, естественно, за каждого там пролетающего
высоко даже мы старались взять, вот, стрельнуть, но, к сожалению, вот так. Я, ребята, это история о том, как вот это все начинается. Как у меня начинается вот эта история гусиная, как эта страница переворачивается, и будет ли продолжение истории, а я уверен, что она будет. Вот. И, естественно, конечно, я еще приобрету духовой такой манок. Вот баллончик очень хорошо отработал, мне очень он понравился, конечно. Вот, как я вот, и вообще, в принципе, он птице понравился, а это очень важно, ребят. И, Леша, тебе тоже спасибо, спасибо Алексею за то, что подсказал правильный совет по поводу баллончика. Ну, буду приобретать еще такой духовой манок и учиться работать им. Это тоже интересная будет история. Вот оно, ребят, как есть, все с нуля. Хотя бы видели птицу, стреляли, и даже втроем вот эта работа в три манка, она дала свой эффект. Все-таки интересовался гусь и присадой этой, и манками интересовался. Может быть, думал, какие-то гуси ненормальные, что они тут кричат, но интересовался. Большущей вам удачи, спасибо, что смотрели. Ну и пока увидимся, впереди еще интересные весенние сюжеты. Погода уже, конечно, портится. Все. К вечеру обещают ливни. Пошел я складывать.